Бориса Березовского посмертно признали безнадежным банкротом. Такое решение вынес суд Великобритании. У покойного олигарха остались долги в несколько сотен миллионов фунтов стерлингов. При этом все, что осталось от состояния бизнесмена, 34 миллиона фунтов, это примерно 45 миллионов долларов. О серьезных финансовых проблемах Березовского заговорили за год до его смерти. В 2012-м предприниматель проиграл иск против бывшего партнера по бизнесу Романа Абрамовича. Он требовал от него более 5 миллиардов долларов, а в итоге сам был вынужден оплачивать огромные судебные издержки. Бориса Березовского нашли, я напомню, повешенном в ванной комнате в его особняке в Беркшире. Следов борьбы на теле не обнаружили, однако сделать окончательные выводы об обстоятельствах гибели олигарха следствие так и не смогло.